Турнир по пляжному волейболу в Одинцово проходит впервые. Год назад в парке отдыха имени Ларисы Лазутиной была построена современная площадка для этого вида спорта. Здесь установлено ограждение, висит сетка, а самое главное – поле засыпано специальным песком, чтобы спортсменам было максимально комфортно играть. Наша площадка соответствует всем нормам для пляжного волейбола. Здесь могут действительно проходить даже официальные турниры. Единственный минус, чтобы у нас не зашла сюда федерация по пляжному волейболу, из-за того, что у нас площадка одна. Обычно, когда проходят официальные турниры, это должно быть несколько таких площадок. У нас прекрасный белоснежный просеянный песок. Мы будем рады видеть всех посетителей. Каждый день с утра до вечера площадка открыта абсолютно для всех, абсолютно бесплатно. На участие в турнире подали заявки 20 команд. Среди участников – профессионалы из Москвы. Ребята уже давно занимаются этим видом спорта, хотя раньше, как и многие, играли в классический волейбол. 30 градусов, конечно, ну, наверное, 28 где-то, да это все знать. Я первый сет волновался, если честно, вот может быть поэтому. Во втором я собрался, хоть бы что мой партнер не говорил, и в принципе более-менее отыграл. Ребята были достойны. Ярослав и Максим, действующие волейболисты, играют за Одинцовскую «Искру». Друзья решили попробовать свои силы в пляжном волейболе. Здесь, безусловно, есть нюансы и подводные камни. Ребятам совсем немного не хватило до победы. Волейбол – это мое все. Как бы любая возможность поиграть в тот волейбол или в пляжный волейбол, как сейчас, как бы представилось возможным, и мы заявились, и мы здесь. Гости отметили отличное качество площадки и организацию турнира. Единственный минус – одно поле. Соревнования затянулись до самого вечера, но это нисколько не убавило позитивного настроя. Первый раз в этом парке, и все так красиво. Мы даже не ожидали, на самом деле, что здесь так вот это все так цивильно, да, и площадки разные. Здесь песок очень хороший, в отличие от других парковых площадок. Песок такой более жестковатый, желтый, а здесь все очень прилично. Мы еще не играли, но сейчас посмотрим. На вид уже нравится. Да, да, на вид нам здесь все нравится. Площадка для пляжного волейбола открыта для всех. Если вы не знакомы с этим видом спорта, присоединяйтесь, ищите пару и выходите на поле. Возможно, через год именно ваша команда взойдет на пьедестал почета. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».